Из-за семейных обстоятельств я на даче, конечно, редко в этом году бываю. Вот. Но приехала на дачу и сразу же услышала возле клематиса моего, вот он, кустик, красавец мой, иду тихонько по дорожке, хотела идти дальше, но услышала храп. И что вы думаете, я здесь услышала. Сейчас я вам покажу. Ну-ка, мы делали ежика. Вот он, ежик. А вон он, настоящий ежик лежит. Вот видите, спит и храпит. И не маленький. Наверное, мама. Вот она. Сейчас подойдем с другой стороны. Ну вот, наш ежик подружился с нашим ежиком искусственным. Вот, одинаково лежат. Вот он, красавчик. И носик высунул уже. Подружился. Ой, куда ты прячешься? Мордульку свою. Меньше надо. Прятал. Ну, конечно. Прятал мордульку. Вот он, вот он. Не бойся, мы тебя трогать не будем. Дружи с нашим ежечком. Может, и деток принесешь. О, какие наши сюрпризы ждут на даче всегда. Ну, и облюбовал же беседку, да? Ну, там, да. Здесь затишочек ему, не жарко. И вот он лежит, красавчик. Вот он. Ну, лежи. Наверное, молочка, наверное, завтра надо ему принести. Ну, да. Вот он, дружочек. О, близко уже подношу и не боится. Вот он подружился с нашим. Клубочком сворачивается. Свернулся клубочком. Думает, идите вы от меня подальше. Все.